На Невский проспект сегодня вышла техника времен Второй мировой войны. Участники военно-исторических клубов устроили автопробег в честь 69-й годовщины Победы. Стартовали реконструкторы на Московском проспекте. Там же прошло построение и смотр автомобилей. Помимо советских грузовиков, в пробеге приняли участие американские внедорожники, которые поставлялись из-за океана в Советский Союз с середины 1941 года вплоть до окончания войны с Японией. Данный автомобиль был поставлен по ленд-лизу в 1945 году. Участник двух войн, успел и Германию, и Японию. Привезен был из Хабаровска и восстановлен. По традиции в пробеге принимали участие реконструкторы в образе солдат союзных войск. Американские летчики водрузили на свое авто флаги США, Великобритании и Канады, а над ними подняли красное знамя. Но организаторы попросили флаги свернуть, чтобы не возмущать прохожих. Я представляю не прошлую администрацию Америки, не нынешнюю администрацию, а я представляю тех людей, которые под этим флагом, на которых 48 звезд, а не 50, как нынче, отдавали самое дорогое – жизнь в борьбе с фашизмом. И, конечно, очень неприятно, когда недалекие чиновники вносят такие вот распоряжения в угоду каких-то мимолетных политических вот событий. Колонна проехала по Невскому проспекту. Конечной точкой маршрута стала Дворцовая площадь. Там участники акции предлагали всем желающим сфотографироваться и даже посидеть за рулем легендарных автомобилей.